4 сентября состоялось открытие учебного года церковно-певческих курсов, организованных по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория епархиальным отделом религиозного образования и катехизации. В первый день работы курсов состоялось прослушивание участников, на которое собрались желающие поступить и пройти обучение люди разного возраста из храмов не только Краснодара, но и других городов Кубани, те, кто желают научиться церковному пению, и те, кто уже имеют опыт пения на клиросе. Но всех объединила вера, любовь к Богу и желание послужить Ему. Служение певчего очень важно тем, что певчий помогает молящимся в храме во время богослужения сосредоточиться на молитве. Вот тогда, как есть, да, выражение хорошее, всем известное, молится регент, молится хор, молится храм. На занятиях учащиеся познакомятся с богослужебным уставом и практическим его применением. Знания, которые вы будете получать, это единообразие того, что должно быть в любом храме на клиросе. Цель курсов – подготовить певчих, умеющих обеспечить сопровождение основных богослужений и треб. Учащиеся разучат различные гласы и песнопения, освоят навыки сольфеджио. В плане устава мы в основном будем с вами писать, и запоминать, и понимать. По итогам прослушивания приемной комиссии было определено к зачислению около 40 слушателей и принято решение создать на курсе две группы учащихся. Те, кто не успел подать заявку, могут сделать это на предстоящей неделе в крайний срок до 10 сентября по телефону или на указанную электронную почту отдела религиозного образования Екатеринодарской епархии.